победитель первенства и призер чемпионата России среди юниоров, двукратный победитель юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту, спринтер Артем Золотарев. Привет, спасибо, что пришел, привет. Во-первых. Во-вторых, конькобежный спорт. Я так себе представляю. Лед, правильно? Так. Коньки. Здесь ни коньков, ни льда, ничего нет. Доска, носки. Рассказывай. Это доска имитационная для того, чтобы тренировать навыки конькобежца, так, так скажем. На земле это сделать гораздо все проще, потому что площадь, на которой ты стоишь, опоры, гораздо больше. И чем лучше ты будешь сделать это на земле, либо на доске, тем проще это будет потом перенести все на лед. А вот это и есть ширина полосы? Да, у нас есть определенные полосы, большая и малая, они разделены ограничительной чертой, за которую, если ты заезжаешь, тебе сначала дают предупреждение, потом тебя дисквалифицируют. За двойную сплошную, видите, друзья, за двойную сплошную, и у них тоже штрафуют. Все правильно. Итак, в чем заключается тренировка? Исходное положение у нас принимается: правая нога сзади, правая нога вперед. Так. При толчке идет изменение, наоборот, левая рука вперед. Во время толчка ты просто переносишь вес тела с одной ноги на другую. Какая скорость средняя вот при хорошем забеге? Паша Кулижников установился на мировой рекорд. У него была скорость чуть выше 60 км в час. 60 км в час? Слушай, ну Усейн Болт до 40 разгоняется, да, когда бежит 100-метровку. Но при этом он бежит вертикально. Да. А вы всегда вот так вот едете, вот так. А почему? Почти. А почему в наклон? Как бы сопротивление воздуха меньше из-за того, что сидишь в посадке. Даже колено, допустим, не вот так, вот не здесь оно держится, а больше за опорной ногой. Уменьшаете чтобы... сечение, да? Да, чтобы уменьшение было сопротивление воздуха. Да, собственно, что я буду сейчас заниматься разговорами. Я сейчас натяну вот эти носки себе, да, сверху, и... Руки при этом меняются во время проката. Руки меняются. Вот так было? Да, было так, правильно. Ух ты! Да я тут, а вот так, да? Слушай, а на самом деле тяжеловато. Вот без рук пытаюсь сделать это, да? Ну, это достаточно затруднительная история. Можно запыхаться. Ты сейчас запыхался за 20 секунд, а стайеры бегут, допустим, дистанцию в 10 раз больше, чем я, то есть 5 километров. Скажи мне, люди, которые реально уже очень хорошо катаются на коньках, они все равно на доске тренируются? Да, все равно тренируются на доске. На этой доске можно тренировать только движение прямо. Да, прямую. А есть еще повороты. Абсолютно верно. Вот эту штучку мне тут ребята ваши дали. Это что, для чего нужно? Это для имитации поворота. Давайте я объясню, как это делается. Давай. Я буду делать поворот, так. Ты меня держи. А, вот так я просто надеваю, да? Да, одеваю ее. И держу. Так, поехали. Вот идет поворот. И это поворот всегда против часовой стрелки, да? Да, абсолютно верно. Спасибо, Артем, тебе большое, что пришел. Конечно. Спасибо, что рассказал. Мы теперь много знаем, чего интересного про конькобежный спорт, но пока.